Это смешная передача. Не надо говорить вообще ничего серьезного. Все не дают никому ничего сказать. Нужно говорить. Оберите. Мы пишем историю. Ты говоришь, оберите эту хуйню полную, когда все не поймут. Я тебе хочу сказать, что я вот как бы рассказываю, как режиссер, о том, что да, я думал о том, мне нужны были новые лица, новые люди и так далее, и тому, и как бы эти лица мне подарил интернет. Эти лица были Коля Бурлак, Юлия Берета. Интернет. Коля, все хорошо. Нас вылечат всех. Нет, я просто силюсь понять, вы это все режете? Или что? Или вот как есть, там, блином? Тебе понравилось. Меня должны были предупредить, чтобы я приехал без машины, тоже полграфина треснула. Нет, знаешь, мы нормального человека. Ты пообещай, что приедешь к нам, когда мы тебя предупредим, что будет сниматься передача. Мы вас в прошлый раз ждали, мы не приехали, и нам пришлось выжрать все двоих. Представляете, как было весело? Не представляю. Нет, да? Ну, передача побила все рейтинги. Да, передача побила все рейтинги, поэтому я рассказываю то, что касается либереты. Либереты теперь уже? Либереты. У меня новый либерет. Не, либереты — это девушка, которая обманывает. Я могу сказать. Все любятся. Ну его, Сережа, ну его. Ладно. А какой ты, понимаешь, получается. Игорь, а что это за жест такой? Вот это? Ша? Нет, это Виктория Победа. Че? Я Викторию дарю всем людям. Вот всем людям дарю. Главный милиционер, Виктория всем. Это опасно для жизни. Она. Виктория. Виктория, все. Это ты знаешь, если казарма, да, Виктория, вот так вот, по-моему, нет? У тебя было... Виктория, вот так вот, по-моему, вот так. Вот так это уже хуже, это в этом фильме. А вот так это уже рога какие-то. Да-да-да, там это начинается... Мужчина, свидание, давайте, блядь. Ну покажи Виктория. Давай. Вдогоняй меня в долги из этой серии. Боже мой, как скажи. Коль, ну и в общем, в конце концов, ты пошел в кино. Кино как? Нет, ну в кино я пока только один раз ходил. Юля, пусть скажет человеку, не дают сказать. Я не потерял мысль в ситуации. Я тебе напомню. В кино ты все-таки пришел. Откуда ты его нашел? Где-то? В интернете это вот есть. Я, блядь, не при этом. Это он сам расскажет все. Коль, расскажет свою версию? А я ее опроверг. О, да? Тогда смысл. Начинать. Имеет смысл какую-то другую версию рассказать тебе, может, более интересно. Что тебя занесла сюда, по планета какая-то, ты попал здесь. Конечно, занесла и унесла. Нет, такими категориями я не мыслю, пока в силу того, что это рез. Какие планеты? Короче, давайте на этом все. Стоп, мотор. Заканчиваем.